Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Илья. На экранах ваша любимая рубрика «Разоблачение фейков в PUBG», уже 140-й выпуск. В данной рубрике мы проверяем и разоблачаем странные и не очень видосы по PUBG'ам со всего интернета. Но эти видео находят и отправляют на проверку наши подписчики. Сегодня вас ожидает сочный выпуск с проверками как в ПК PUBG, так и в мобайле. Так что обязательно устраивайтесь поудобнее, наливайте самый вкусный чаек и, конечно же, не забудьте про кнопку лайка. А если вы до сих пор почему-то не подписаны, то самое время подписаться. Ну, а мы начинаем. Готов ли ты окунуться в реальный мир в своем телефоне и стать самым успешным и уважаемым игроком на сервере? Добро пожаловать на Барвиху РП, тюнингуя и придавая индивидуальность своим тачкам. Дай волю своей фантазии, чтобы все на районе понимали, кто к ним едет. Правда, лучше без крайностей. Вступай в ряды армии для защиты своей страны, если в тебе есть дух патриотизма. Едет, зарабатывая деньги в такси, разъезжая по панельным районам, знакомым с детства. А если жажда правосудия так и рвется наружу, то скорее переходи на сторону правопорядка и оберегай свой город и его горожан от опасных преступников и хулиганов. Вычисляй негодяев, устраивай план перехват и наказывай плохих игроков, чей путь свернул на сторону криминала. Если ты, конечно, и сам не находишься на этой стороне, тогда твоя задача быть максимально аккуратным и, главное, не оставлять улик. Как только ты будешь готов, серьезные люди доверят тебе самые ответственные работы. Например, отвечать за перевозку просто огромных денег, работая инкассатором. А чтобы меньше работать, при регистрации вводи промокод Сеникс. Он даст тебе 120 тысяч игровых рублей. Скачивай Барвиху прямо сейчас, жду тебя на 5-м сервере. Ссылочка в описании. Первое видео на сегодня, конечно же, из ПК PUBG. В этот раз видос прям необычный, так что давайте посмотрим, что там такое, прокомментируем и полетим проверять. Ну, я смотрю, да. Да, посмотрим. Прицепились они, получается, к самолетику, да, шарику. Да. Ага. Прицепились. Они. Что произошло далее? И что сейчас будет? Че. Ты там со звуком смотри, они сишку туда кинули. Да. Ага, она с ними ну, полетела. Ну, жопа сейчас будет. Да. Ну, прикольно, что. Типа она улетает. И говнёшки такие попадали в канализацию. Да, если она типа прицеплена на этот, на сумку, то она типа улетает вместе с шаром. Как бы такой вот. Ну, я думаю, не фейк. Я думаю, не фейк, давай проверим, посмотрим. Что, Артём, смотрим? Давай, смотрим. Ставлю я спортивную сумку с носками вонючую. Единственное, что вот по времени как бы рассчитать там так, чтобы все четенько было. Ну, самолетик, как увидишь, подлетать будет. Ну, за 20 секунд кидай. За 20 секунд? Блин, написал бы он еще тут. Ну, за 10 кинь. Что там не пишется ничего? Он рядом там уже? Почти. Я тебе скажу, когда кинешь. О, 10. Так, ну вот закрепили одну. Ага. И чё? Поехали. Ага, она так она не с нами. Отцепилась, да. Ну-ка, отцепляйся. Давай еще разочек. Дернемся. Да, вон она разорвалась. Сейчас тогда побольше налепим. Прям с нескольких мне сторон. Тоже давай. Давай. Вот давай сейчас будем считать, короче, как в школе. Сейчас будет 30 секунд, будем отсчитывать. И я думаю, на 18 это можно кидать. Нет, на 15, на 15. Ладно, 30, или... 29, 28, 27, 26, 25, 24. Давай 23, на 13. 22, 21, 20, 19, считай. 18, 17, 5357, 89, 15, 14. 13. Ой, неправильно посчитал, но ничего. Ты закрепись за него, закрепись, Артём, не забудь. А, ты закрепился, да? И чё? Чё-то есть? И чё? Нет, ничего. Да ёпс тудей. Чё делаем вывод? Фейк? Пофиксили? Или что это? Или может какой-то случайный был такой баг у них, что оно всё-таки... Я даже не знаю, что тебе сказать на этот счет. Это просто какой-то кал. Ну, я тоже не понимаю, как это так случилось у них. Почему у нас не получается это воссоздать. Сейчас еще раз посмотрю. Может, они куда-то в определенное место засунули это. Не кидай. Ну, смотри, там на видосе они сбоку как-то ее закрепили. Давай пробуем сейчас именно с боков покидать. Может быть, получится. Каких? Вот этих вот катетов она... или с гипотенус? Ну, вот там из гипотенус, из катетов было, кажись. Она как-то у них так летела боком, типа. Вот они как будто не внутрь ее кидали, вот как я кидал, а как-то по бокам. Плюс там еще был Xbox вот этот вот, это может быть там другая система, другой код, я программист, как бы я могу там пояснить. Вот. Как бы, ну сейчас попробуем.
Рано. Артём, рано. Ты дурак, я просто угораю. А, ну ладно, тогда извини. Можно уже лепить, я думаю. Нет, еще рано. Можно. Но она вообще не лепится, блин, на бока. Но... Отцепляется все. Ты вот в сумочку закидывай, да, и все. Ну, вот сумочку... Видишь, места нет уже. В сумочку, да, в сумочку. Ну, все, поехали. Ой. Нет. Нету, нифига, блин. Все там осталось. Короче, фейк. Короче, это. Говно, да, обосрано. Не работает. Как обычно, насрано. Так чисто прикольнуться не получится у вас. Отмена, отмена полная. Да. Но, как вы убедились лично, Сишка никак не цепляется к сумке. Так что на видео с большой вероятностью баг, который уже был пофикшен. Поэтому ставим ролику оценку фейк и летим дальше. А дальше мы перемещаемся в мобильный папку, где нас поджидает второе видео. Судя по превью, там опять какие-то лайфхаки, так что давайте ознакомимся подробнее. Так не надо. Надо вот надо так. Надо вот так вот. А, да, мы с тобой что-то такое делали, помнишь, но мы там руку как-то выламывали. Ну, ничего не понятно, конечно, но очень интересно. А, типа ты меняешь настройку, глазик вниз, ерзаешь туда-сюда, и у тебя там... У тебя ручка не поднимается, что ли? И у тебя люто ручка поднимается там вообще на миллион миль вперед. Угу. А, надо проверять, что, попробуем. Надо. Надо. У тебя надо. Там с телефона, у тебя шансов больше там тянуть глазик. Ну смотри, Артём, вот так вот, это неправильно. То есть вот я кидаю, да, посмотрим дальность. Хотя тоже достаточно далеко, по-моему. Угу. Ну давай попробуем сделать как настройка. Так, ну вот смотри с хаешкой, я вот самое дальнее что кидаю. Давай. Ну примерно там же. Так, теперь захожу в настройки. Да, я тоже захожу в настройку. Чувствительность. Чувствительность. Камера так. Третьего лица. А, так у меня она здесь 200 стоит, кстати. У меня 300 я поставил. 300? Так. А у него 82 она стояла. Так, вот кидаю на 300. Ну-ка, что он там кидает? Вот. Вроде дальше чуть-чуть. Ну, вот я поставил 82, как у него стояло. Ну, по-моему, абсолютно так же долетает. Ну, давай я кину вот... Давай я сейчас, короче, поставлю... Вот смотри, я дым кину. Давай. Ты на 300 поставил? На 300 поставил. Так туда же упал. Да, смотри, ну, там... Я думаю, как это вообще может? Условия не все выполнены, Артём. Надо глазик вниз и ёрзать, короче, понял? Вот что мы не сделали. Так, то есть я зажимаю хаешку, а потом глазик? Ну да, сейчас я тоже подобавлю себе. Так, 300, да, ты прям поставил? Да. Лютый тип. Ёрзаю, ёрзаю, кидаю. И что? Так, ну да, там же как будто бы. Так. Понятно. Сейчас я, короче, вот так вот сделаю. Ну. Не сказал бы, что она дальше летит. Да это логично, как бы было, о, что. Нифига! Что? У меня он сейчас прям до горы показал, до той, которая слева. То есть справа, точнее. Прям до туда. Ну-ка, сейчас пробую хаешку метнуть. Да. Меня сейчас багнуло, типа, на дальность. Сейчас попробую. Ну-ка. Во! Ни хрена оно меня показывает. Почти до Джорджиполя. Ну вот, я метнул. Вот там взорвался. То же самое. Сейчас, смотри, обычный метаю. Ну, то же самое. Там же, да, взрывается. Короче, это просто визуал, типа. Визуальный баг. То есть я просто ну, делаю... Ну, как обычно, вот эти китаёзы, так делать надо, так не надо, а потом да, просто да, да. Вот так подходишь и вот так делаешь. А! Ну я же кинуть хотел, ну блин. Что ж, как по мне, это всего-навсего визуальный баг. Мы повторили все точь-в-точь, но по ощущениям граната летит абсолютно так же. Обязательно напишите в комментариях, может быть я сделал что-то не так, но пока что от нас вердикт фейк. Третий видос также из мобильного PUBG, но в этот раз уже из арабского ТикТока. Без лишних слов смотрим, что на нем происходит, показываем Артемке и проверяем. Я просматриваю видеоролик. Ага. Что? Да.
Твой? Твой вью. Твой вью. Твой вью. И там вью врага сейчас будет. Ага. То. Угу. Типа просто в угол кидаешь, и у тебя вот так. Что? Да. Этого не может быть. Этого не может быть, Илья, это... Ну, я считаю, не фейк, потому что этого быть может. Ну, смотри, дымчики нас никогда не подводили. Я думаю, и сейчас ну, не да. подведут. Го чекировать. Да. Так. А где? Да я что-то этот, ищу картину там, как в видосе было, но что-то картины нет. Ну ладно, так сориентируемся. Сейчас я забегу. Ты пока внизу будь, чтоб сюрприз был. И посмотришь, ага. как, будет все-таки видно или нет. Так, ну у нас тут шлем первого уровня. Еще один шлем первого. О, пистолет! Как тебе там интересно? Осколочная граната? Офигеть. Так, ну я вроде раз... Это что, монетки? Нифига у меня пистолет. А, слушай, ну что-то тут задымилось конкретно так, я ни хрена не вижу. Так, ну-ка, что тут? Прям вообще ни хрена не вижу. Да, тут кальян забит у нас. Ну да, ну а я... меня видно? И я в нем. Тебя вообще не видно тут. Вот так, так только видно. Все в дымах что-то. Попробуй. И в прицеле. Бит попереключать. Не-не, в прицеле ничего не меняется. Попробуй чуть левее его кинуть, а то тут реальный кальян. Так, сейчас попробую. One eternity later. Так, ну смотри, он кидал ближе вот к стене именно, где окно. Так же, да, туда надо кидать. Сейчас глянем. Ну давай. Я вот просто кидаю, как он. Он вот с дивана его запускал. Ну да, в принципе, ты как он кидаешь. Ну я как он, я тоже крутой. Попробуй чуть левее. Чуть левее, окей. Сейчас попробуем. Так, ну вот она прям так же забаговалась, как у него. Давай упрись в шкаф. Я уперся в шкаф, я упертый человек. И ни хрена тут не видно, Артём. Mm-hmm. Говной воняет. Ну тут как бы, смотри, там нет этой картины, как у него. Может это другой тип дома, тип панельки вот этой вот. Но я сомневаюсь, как бы шкаф есть. Он же работать. Просто интерьером отличается. Ну да, типа стена, я думаю, то же самое. Но нет, это что, впервые нас за нос обвели вот так вот с дымом? За в рот? Ой-ой-ой. Еще ужас какой. Что, ставим фейк? Не работает такая фишечка. Жаль. Поставили вердикт. Да, вердикт вынесен, к сожалению. Максим, вердикт. Не знаю, что сегодня такое, но и третий видос также оказался фейком. Хотя, честно говоря, от дыма мы такой подставы не ждали. Идем дальше. Ну и наконец, четвертое, последнее видео на сегодня. Оно довольно лайтовое, но тем не менее, давайте его посмотрим и проверим. Так, смотрю, Илья. Давай. Стреляются, что-то бесятся. Да, там нырнул парнишка. А он водичку его не достать. Да. Что-что? HDR? Угу. А-а-а! Ну, это... Я подтверждаю, такое возможно. Я такое в режиме метро проверял. Только там еще это гипертрофировано было. Даже был видос на канале. Я думаю, не фейк, можно реально... А у тебя твой iPhone 11 поддерживает... Ну, HDR. Твой точно, я ж на эмуляторе. Сейчас не знаю, посмотрим, кто ну, будет из нас это проверять. Ну, а то придется телефон к телевизору подключать. Не. Ведь у меня 4К, Ultra HD, HDR, дисплей. 11 поддерживает это 100%. А вот эмуль не уверен. Так, или я прям в то место лечу? Ну, я тоже тут, заметил. Да. У меня уже тут стоит HDR, уже вода прозрачная. То есть изначально фейк не фейк, как бы так скажем. Что? Ну, давай, ради справедливости, да, мы сейчас так. сделаем. У меня пока HDR не стоит, я ничего не вижу. Так, подожди. А у тебя что стоит сейчас, как? Сейчас скажу. У меня стоит... Высоко? Просто плавно. А, плавно у тебя стоит. А как сделать HDR? Слушай, ну у меня даже когда плавно просвечивается вода. У меня что-то нету такой настройки HDR вообще на iPhone моем. Ну у меня максимум она называется просто. Так, мы сейчас частоту кадров попробуем урегулировать. У меня вообще вода пропала, чтобы ты понимал. А, ну я поставил максимум, да, и у меня тоже воды вообще здесь не видно. А что случилось? Я не понял. Так, ну она... А, вот, она появилась, когда я в нее упал. Так, мы с тобой что-то какой-то новый баг, походу, нашли. Графика плавно, окей. Ну-ка, вниз. Чё? Не, не видно вообще ничего. Не видно ничего? Ну а теперь нет. Поставь HDR и давай сравним.
Сейчас. Ультра. Появляется. Ультра не работает. Так, ой, вот сейчас, максимум. Сейчас умру. Ну-ка. Ну-ка. Видно, видно. Все. То есть лайфхак, в принципе, работает. Но это очевидно, да. Как бы, это очевидно. Единственное, я не понял, как мы с тобой вообще воду отключили вот пару минут назад. Да, но просто это... здесь другая вода. Но это уже здесь, другая история. Здесь тру, вот идешь, тру. Вот, все, уже факе. Ага. Уже тут факе начинается. Да, как и ожидалось, грамотные настройки графики могут помочь вам видеть врагов в воде. Но я вот вообще в процессе как-то отключил воду. В общем, ролик не фейк, если вы вдруг не знали, берите обязательно на заметку. Ну, а на этом у меня сегодня все. Такой был видос, такой вот 140-й выпуск, надеюсь, вам он понравился и был для вас полезным. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, как вам видос, пишите идеи для что будет есть, а также кидайте мне видосы на проверку в ВК, в ТикТоке, в Инстаграме, короче, где угодно, я везде читаю личку и нахожу ваши видосики. Ну, а с вами были ваши покорные слуги, я Илья, Кейсеникс и Артём Лифанович. Всем удачи, всем пока и до скорых и новых встреч!